But look, I cannot speak what happened in the game. This is not, don't respect you. This is not don't respect you. No. In the other game. Hey, stop. Eu comentei o que se passou no jogo. Eu nunca falei. Se tu vieste aqui jogar à defesa, eu não posso dizer que tu jogaste a atacar. Agora, nunca é uma falta de respeito. Почему играет Хоффенхайм? Играет с Ман-Сити. Гвардиола не говорит, что играла одна команда. Почему Хоффенхайм не говорит, что она играла команда? Почему нас оставили? Почему он так не говорит? Это офендер. Ты дизер ту, ки не атакаешь. Не обидно. Это офендер. Я атаковал, у нас сегодня мы 3-1 должны победить. Это офендер, ки не атакаешь. Если ты вен здесь играть в дефезе, я вот дизер, что был жог аберто. У нас оферты не было. Я могу говорить aquilo que eu quiser sem faltar ao respeito. Se tu te sentes ofendido com isso, não é correto. Eu nunca faltei ao respeito. Я люблю критику, я люблю правильные вещи. Просто я хочу чуть-чуть больше уважения. Или как выбегает этот ассистент, берет меня, говорит, оскорбляет. Ну что это за цель? Он должен понимать, что я отдал 13 минут. Здесь я не имею ничего в виду. Я не имею ничего в виду. У меня вообще нет. Я его никогда в жизни не оскорблял. Никогда в жизни. Я нунка фалэй про ти. Меня только респект. Я нунка тфал тэй о респект. Нунка. Agora, eu comentei o jogo. Mas я не могу играть против его команды, вы против футбола. Isso não é problema meu. Tu jogas da maneira que quiseres. Porque tu é que faltaste ao respeito quando estavas na televisão. É muito fácil estar sentado na televisão a criticar os outros. Isso é que é faltar ao respeito. Faltaste ao respeito. Eu não vou. Isso é que é faltar. Tchau. Tchau, Bela.